Мы вернемся к основным темам в Казахстане, а пока к международным событиям. Тем временем страны Европы ищут вариант, чтобы избежать введения жесткого локдауна. В Британии и Франции за последние сутки зафиксировали рекордное количество заболевших. Что еще происходит в мире, расскажут мои коллеги. Великобритания на грани жесткого локдауна. Число новых заражений коронавирусом продолжает стремительно расти. Только за минувшие сутки прирост 14,5 тысяч человек. Причем число пациентов с тяжелой формой заболевания увеличилось на четверть. Во Франции тоже резкий рост. Минздрав отчитался о 10,5 тысячах новых заболевших. Правительство ввело ограничения. Все бары закроют, а рестораны смогут работать до 22:00. Мы теперь не будем предоставлять услуги бара, а всем посетителям необходимо оставлять в журнале регистрации свои данные. Боюсь, что потеряем часть клиентов. В Германии тоже недоумевают, почему немцы дисциплинированно соблюдают все требования безопасности, а цифры по заболевшим растут. Вирусологи объясняют это массовой иммунизацией. Рано или поздно все переболеют. А в Китае руководители главной фармацевтической корпорации протестировали на себе экспериментальную вакцину. 180 топ-менеджеров показали таким образом пример остальным сотрудникам. Нам очень нужны вакцины, и есть надежда, что к концу этого года у нас они появятся. Тем временем в России полным ходом идет вакцинация препаратом «Спутник Ви». Третью фазу испытаний должны пройти 40 тысяч человек. Однако, как пишет издание BBC, в некоторых случаях применяется добровольно-принудительный метод. Векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовирусов получила лишь ограниченную регистрацию до 1 января следующего года, так как прошла лишь две стадии испытаний из трех необходимых. Препарат проверили на животных и всего на 38 добровольцах, поэтому многие агитируют прийти на вакцинацию, даже не сообщая, что это прививка от COVID-19. Ирина Евгеньева, Наталья Рэм, Информбюро. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.